Всем привет, с вами я, Чувая Маша. Сегодня у меня новая примерка моей новой одежды. Итак, поехали! Итак, сейчас я покажу те вещи, которые я примерила, и немного о них расскажу. Первая вещь – это была пижама. Давайте же ее рассмотрим поближе. Она состояла из вот таких вот штанов с такими толстыми котиками. Она очень смешная, приятная, ткань очень приятная и дышащая, потому что ночью это очень важно. Следующее из этой пижама, это была вот такая вот кофточка, и на ней такой же кот, как и на штанах, только уже большой. Вот, и сама ткань тоже очень приятная, и сама кофта розового цвета. Следующий костюм, он состоял из вот таких вот штанов в полосочку, можно как можно увидеть, и вот такой вот рубашки. Рубашка довольно яркая, а штаны были как раз таки менее яркие, они больше темные и более школьные такие, то есть деловые. А здесь вот у нас как раз таки нет, наоборот, очень яркие. И вот видите, здесь рубашка оверсайз с вот такими смайликами. Она серо-оранжевого цвета. Если мы перейдем к следующему образу. Образ из вот такой вот кофты. Вот она, как джемпер. Довольно пастельного цвета, можно ее в школу одеть. Приятная ткань, довольно теплая, поэтому можно носить и зимой. И к ней были вот такие вот штанишки. Вот черные, бархатные. Также эти штаны я подобрала и к следующему образу, то есть к следующей кофточке. Кофточка вот такого вот желтого цвета. Она на камере довольно пастельного цвета, но немножко ярче в жизни. Вот. Тоже очень ткань приятная, но немножечко
Она вязаная, поскольку немножечко колет. Это минус этой кофты. Поэтому, если вы хотите выбирать какие-то вязаные вещи, тоже надо, ну, смотреть, колет ли вам кожу или нет. Мне, например, вот эта кофта немножко покалывает, но это не очень. Это один из минусов. Следующий костюм, спортивный он был, это вот такие вот леггинсы. И что из нового, это был вот такой вот топ. Вот он. Он голубого цвета. Сзади у него есть вот такая вот дышащая ткань. То есть на спине, спина дышит. И второй, как бы, из этого образа, из другого образа, тоже был вот такой же топ. Вот такой же ровно, только другого цвета. То есть там голубой, а здесь серенький. И к нему я подобрала обычные черные лосины, которые тянутся, и они облегают ровно по ногам. И следующий образ состоял из черных леггинсов. Вот они, обычные черные леггинсы. И футболки оверсайз. Вот она, с вот таким вот котиком. И там вот написано Monday, то есть понедельник. Футболка очень приятная по ткани, черного цвета. У меня последние два образа были черного цвета, но, в общем-то, они прикольные и довольно спортивные. Поэтому, думаю, черный цвет — это иногда даже тоже хорошо. Итак, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем пока-пока!